Бесполезной не бывает, и напрасно сердце не стучит. Если горе жизнь переполняет, Бог твой никогда не промолчит. Бог твой поспешит к тебе с ответом. Бог твой, утешая и любя, скажет то, что в полночь станет светом. Лишь три слова. Это от меня. Ты понять их сердцем постарайся. Им позволь достичь твоей души. С ними никогда не расставайся. И забыть в час горя не спеши. Ты дитя его, а значит, к благу все кривизны, камни и шипы. Ты один не делаешь и шага. Он руководит твои стопы. Им определен тебе путь жизни, путь, пойдешь которым только ты. Он один такой к святой отчизне. Для других другие есть пути. Для других другие испытания. Кому легче, кому тяжелее. Только каждого в его страданиях Бог хранит любовью своей, той, которой даже смерти муки не смогли убить в его груди. Он отдал под гвозди свои руки, чтоб тебя к Отцу теперь вести. И он знает, о, поверь, он знает весь тот путь, которым ты идешь. И ту боль, что сердце опаляет, и те слезы, что от ран ты льешь. Он Создатель твой и твой Спаситель, твой Отец и самый лучший друг. Он на небе дал тебе обитель, да и здесь все для тебя вокруг. Ну а боль, что в жизни ты встречаешь, и страдания на земном пути, и все то, что ты не понимаешь и не хочешь дальше ты нести, тоже для тебя Господь назначил, чтобы ты, пройдя этот огонь, смог на жизнь взглянуть совсем иначе, как смотреть на жизнь учил всех Он. Чтобы ты, пройдя земные беды, что встают так часто на пути, смог над бренным одержать победу и душе свободу обрести. Чтобы смог ты верою живою всех скорбей стать выше и тревог и подняться даже над собою в небо, где всевластный только Бог. Чтобы в этом чудном единении, все оставив и о всем забыв, смог познать ты всю силу спасения, для других Христа отобразив. Потому идешь ли через пустыню, через огонь или бурю, знай, мой друг, Бог с тобой, тебя Он не покинет, как бы ни был тесен скорби круг. Боли бесполезной не бывает, и напрасно сердце не стучит. Каждою слезой, что ты роняешь, что-то лучшее Господь в тебе творит. Аминь.